Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Firewatch. Что ж, ладно, мы должны каким-то образом вернуться в пещеру. Здесь мы не можем вернуться, потому что высоко. Поэтому нам нужно найти тот же самый путь, как мы туда и зашли. То есть мы должны выйти как-то сюда вот. Так, ладно, думаем. В теории у нас появились крюки. А, блин, не издевайся надо мной, опять застряли где-то. А, блин, загрузить лучше. Лучше загрузить, дольше будем биться об стенку. Так, ладно, нам нужно как-то в пещеру забраться обратно. Как это сделать, я тупо не понимаю. У кого есть какие идеи? Так, я там все взял после загрузки. Ну да, вроде все взял. Что было интересно. А, тут еще кое-что есть. Мы забыли. Нарисованная от руки схема какая-то. Читать. Снаряжение, доски, веревка, камни, инструменты. Вариант 4. Ладно, окей. Так, оставить себе, держать. Домашняя работа по физике. Чё сейчас за работа? Черновой вариант. Миссис Макнамара. 6-й класс. Кому интересно, почитайте. Об этом метеоритном дожде. Мне это как лично очень неинтересно, но сами лучше. Так, а тут у нас что? Папка какая-то. Читать. Ну, возьми. А кто он такой-то? Гнездо животного. Птицы. Переводчики вы. Так, ладно, туда мы выйти не можем, да? Прыгнуть. А, не, можем. Можем ставить крюк сюда, забить и кинуть. Ну и ладно. Все, надеюсь, крюк там выдержит. Все. Нам нужно вернуться обратно в этот. Да, зачем мне меня убить пытаются? Да, я о том, что говорю. Да, я должен узнать это. Да, зачем нам с нами это делали? Надо узнать. Так, где я сейчас? Так, ладно, побежай обратно. Нужно вернуться обратно в пещеру.
В пещеру нужно вернуться. Чего? Интересно, знают ли они что-нибудь? Ну да, тоже, наверное. Правда. Зачем нам будить наши проблемы? Пускай они спят проблемы, это и пускай спят. Так я не понял, а кто их палатку разорвал? Я же думал, что их убили уже давным-давно. И тут на, типа... Не поняли? А. А, я тут был. И здесь я уже смотрел, значит, все нормально. Все, мы добрались до пещеры. Давайте еще раз посмотрим на пещерку. Ну а чё? Ключи-то у меня. Думал запереть, да? Так, ключи вытащил? Да, вытащил, вытащил. Я даже сам закрою. Нет, не хочешь. Вот он лоханулся, да? Вот он лоханулся-то, а? Думал, запер нас. А мы раз, два, три, и все. Выбрались, нашли крюк. И обратно полезли. Вот он удивится. Ладно, пошли дальше. Найдем, что тут прячут. Только быстро нужно делать это. Пока нас это... Маньяк этот сюда не пришел. Высоко. Ладно, пойдет. Мы все глубже и глубже спускаемся-то, а? Пещера-то большая. Фигуры. Твою ты мать. Тело Гудвина. Это пацан же, да? Это пацан. Он в дырку как-то. Ладно. То есть его тоже как-то никто не убивал, да? Он как-то взял и упал нахрен. Ну и пацан, вот дуралей, дуралей. Все, пошли нахрен. Нужно сообщить. О теле сообщить. Ну а блин, а... То есть пацана тоже никто не убивал. Девок тоже не убивали, они в тюрьме были. Ну ладно, окей, а это вот... Кто за нами следит? Что за хрен такой? Я вообще что-то ничего не понимаю. За нами кто-то все равно следит. Или это у нас мозги поплыли? Ага. А лагерь этот... Радиопрослушки. А запись о том, что-то мы подожгли. Это же проблемы. Ладно, окей, разберемся помаленечку.
Узнаем, что там происходит. О, мы выбрались. И этот уже нас не закрыл. Так, выбраться из пещеры и сообщить о теле. Search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Да, мы нашли Гудвина. Are you fucking kidding me? How does that? What? I don't. How? Че, как? Он сорвался. Made to look like a climbing accident. А еще могли обыграть. Ну, возможно, он просто сорвался. Блин. А зачем меня тогда там... Нам тогда ключи туда дали. Закрыли. Мы завтра все равно уезжаем. День 79. А, скоро финал будет. Скоро финал. Так мне до сих пор никто ничего не сказал. Что происходит? Все, собираемся. Все, наша работа закончена. Собрать личные вещи. Я тут все соберу. О, самолет полетели. Здрасте. Держи про запасы. Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah, all we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. Maybe we can still find these people. Look, I think whoever's out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah, Чё, боже мой? We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. No. I was hoping you'd have a backup plan. Запасной план, что-то вроде. Okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. Блин, это запиликало. Опять какая-то херня будет, наверное. Так, ладно, собираем. Просто собираем. Мы должны здесь все взять. Так, ты не нужен. Ты. Идешь со мной. Да, нам нужно бежать. Так что давай уходим отсюда быстро. Шишка нам не нужна, убери. Ты же все взял, да? Да, здесь мы все взяли. Блин, опять этот мой маячок заработал. Ох, блин, ни хрена, я ничего не вижу. Это что, пыль или дым?
Дым, наверное, ветром разнесло. Пошли быстрей. Нам куда идти-то нужно? Нам туда нужно идти. Ох, блин, все, пошли. Следовать за приемником. Опять какая-то херня пошла. Запиликала. Так, и как нам это нужно обойти? Так, давай-ка пробежимся пока. Так, нам дальше нужно, просто дальше. Просто дальше идти нужно. Нужно узнать, что за херня тут... Что за херня тут происходит. Происходило. Да, блин, опять тупик. Ай! Так, идем, идем помаленьку, иди помаленьку идем. Следовать за приемником. Не следую. Я следую тут. Я почти пришел. Сохранились. Уже близко. Окей, я понял. Потом нам нужно просто добраться до той веревки. Там, где мы припасы берем, нужно туда добраться. Так, мы идем как-то это. Мы идем до озера. Так, ладно, идем дальше. Мы почти дошли. Можно вырубить даже. О, почти дошли. О, забери его прям. Ошейник. Че еще за ошейник? Так, бери нахрен. Это был тот человек из второй серии.
Так, ты кто такой-то, а? Ты чё тут за запись оставил-то? Не ищи меня. Ох, блин, что там внутри-то? Люк какой-то. Что мы нашли-то? Мы нашли какой-то бункер. Ни хрена себе. Так, стоп, он знал Брайана, Гудвина. Он лично видел, как он погиб. Скорее всего, это, наверное, его друг, брат, там, я не знаю. Что-то похожее. Провизия для вышки. Для нашей вышки, да? Тут не написано. Плита. Черновик отчета. Читать. Объект Делейле. Девка это. Надежная, наблюдательная. Ни хрена себе она видела, что кто-то там по моей вышке бегал. Хотя она находится пипец как далеко. Харизматичная, эгоистичная, искаженное восприятие личной истории. Себе возьми. Старая машинка. Так, информация о исследовательском. Информация о центре. Исследовательский центр, как попасть на станцию Вапити. Северный забор, разболтанная калитка, южные ворота. Персонал возвращается 10 августа. Цели. Вернуть одолженное оборудование, стереть улики ГД, ГД плюс Д, Генри плюс Д, Даниэль. Короче, наши улики. Не оставить следа. Но этот мужик этот пожар развел. Так что если что, против нас мы уже улики стерли. Что мы ничего не поджигали. Так, это что такое? Это наше, Генри М. Возраст 39. Черты характера виновен. В смысле? В чем? Это что такое? Вообще ничего не нету. Кофеварка. Что-то еще. Верстак. Магнитофон разобранный. Эти приехали, батареи всякие, электронное барахло какое-то, и да, спальный мешок тот самый, который я хотел взять еще, фото читать.
фото Гудвина, вырвано из листовки о пропавшем человеке. Крутыми, клёвыми, мега папи. Тоже возьми. Волшебники и виверны. Брось-то. Это те самые журналы, которые мы смотрели, нашли в том лагере девок. Список припасов. Так, пропан, связки дров, 180 килограммов еды, 3 зимние куртки, 3 новых одеяла, 25 коробок спичек, 25 книг, батареек на 90 часов работы, носки, новые ботинки, скотч, попробовать шкуру лося, набрать вес за лето 15 килограммов. Возьми. Так, все, здесь мы все нашли. Пивная банка. Перебраться. Блин, как много книг тут, а? Базовая радиостанция. Кружка. Найти доказательства Гудвина. Дневник радиопереговоров. Так я не понял, а зачем он за нами следил-то? Это дневник. Ставки слишком высоки. Никто не поверит, что Б был счастлив. Б. Это девка, это наша. На другой вышке. Сделать, чтобы Д и 2Т не верили. Чему? 2Т сумасшедший, как жена, плохой парень. 2Т это... Это мы, наверное. 2Т это мы. Мама Гриз вернулась. Гризли, да? Они меня слышали. Полностью верят, что есть программа использовать это. В этот же день отчеты готовы. Убедиться, чтобы они их нашли. Какие отчеты? 2Т почти поймал у меня у центра. Отчеты сработали. Записал разговор. Использовать для давления. Так, записал разговор. Использовать для давления. Это, наверное, та самая кассета, которую он оставил у меня на двери, да? На вышке. 2Т нашел припасы как? Припасы 10. Как? Ключей нет. Не могу позволить 2Т найти Б. В смысле? Так, составить себе. Так, дальше. Еще одна. В смысле? Я... Что, эти нельзя, что ли? Можно, все нормально. Читать. Найти убежище. Напоминание. Переезд скаутов из-за пожара. Облажался. Не хотят уходить. Напоминание спрятать запасы для переезда.
Ди и 2Т подозревают заговор. Смешно и грустно. Наблюдать и быть готовым уйти. Идеи начать заработать над отчетами. Записать все разговоры. Разгромить вышку Ди. 10 повесить на 2Т. Постараться сделать удаленное записывающее устройство. Исследовательский центр университета. Уйти в другое место. Натравить друг на друга. О, блин. Себе ставь. Это что такое? Сходил к МК. Перерезал провод коммуникации. Так это ты был, да? Так это ты связь обрубил. Ди так и не запросила список туристов. Перенастроил Дилана, чтобы мог ловить две частоты. Чтобы две частоты, их 10, могу услышать одновременно D2T. 2T прошел мимо пещеры. Кажется, менее заинтересованным. 2Т 10 Джулс. Джулиан. Джулия. 2Т хороший парень. Не видел маму Грис 2 месяца. Ди опять пьяна. Окей. Он только вот слышит только какие-то обрывки. Он слышит какие-то обрывки переговоров. Диалога. Только обрывок. Там он потом уж сам уже додумывает. Так, читать. Первый рейнджер рыбачит в озере Джи. То есть это мы были. Видел маму Грис во время утренней прогулки. Дождливая неделя, с запасами воды все хорошо. Коптил форель, пока туристов не было. День рождения БГ. Видел первого рейнджера в этом году. Не покидал базу в течение 2 недель. 3 недели большая суматоха. Большая прогулка завтра, аккуратно. Новый дозорный в 2Т, Генри 2Т, видел 2Т выходящим из пещеры. Ди запросит список туристов, отвлечь ее, она забудет. Так, ладно, это я взял. Теперь чё? Чё мы ещё не взяли? О, оригинально. Блин, я ищу. Чё ещё я тут не взял-то? Я вроде всё взял уже. Бак с пропаном. Машинка. Кофеварка. Блин, а что я должен найти-то здесь? Я вроде все нашел, что хотел. Че я еще не нашел? Я все нашел уже. Тут больше и ничего нету. Веревка для белья. А в чем я? Что я еще не нашел? Куча мусора, что ли? В куче мусора ничего нету. Уж извините.
Так, вот еще один отчет. Читать. Придерживается запланированного, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Бросил жену после 11 лет брака. Так, что я еще не взял? Ау, что я еще не взял? Я вроде все уже взял. Вот ящик какой-то. Так, я тут кое-что посмотрел. У нас, оказывается, это можно сделать. Нашли, что мы забыли нажать просто. Ну, давай. Да, это был он. Нед Гудвин. Вот только зачем он это делал? He's got a survival bunker with radios and everything. He made it all up. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Идти на север к вышке Торфейр для эвакуации. Ладно, окей, давайте на этом и закончим. Все. Что-то как-то многовато мы времени уделили этому моменту. Все, давайте закончим на этом. Все. К вертолету мы пойдем уже в другой серии. Следующей. Хотя... А ладно, давай по-быстрому. Зачем нам следующую серию 10 минут делать? Все, побежали быстро. На финал побыстро. Мы за 3 минуты туда доберемся. Так что быстро-быстро. Ой, пардон. Я вроде не туда зашел. Ладно, окей, все. Игра заканчивается уже. Это финал. Пошел. Пошел финал. Наша веревка сгорит скоро. А ну что, пожар... Пожар из-под контроля? Из-под контроля, что ли, выходит, что ли? А? Я что-то не пойму. Почему тут все сгорит-то? Ладно, окей, побежали быстро. Я так и не понял, а зачем он нас подслушивал-то? Просто от безделья, что ли? Так, пойдем лучше это. Нам туда нужно. Пойдем по ручью. Так... Короче будет. Так будет короче. Ой, вроде не туда зашел. Так, все, бежим, 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 бежим. Чтобы вертолет нас не ждал. Я что-то как-то много непонятного. Я
Так это его отец был, да? Да, я тоже думаю, что что-то несчастный был. Нед хотел его сына быть able to climb and do the sorts of things he did himself, but Брайан couldn't. Да, я тоже так думаю. Вот только что там за станция была, так и никто не сказал. Наверное, землетрясение просто смотрели. Не вини себя. Ты в чем виновата-то, а? У тебя вышка находится пипец как далеко. Ничего, не реви просто. Просто не реви. Я уже иду. Я уже нахожусь в каньоне в этом, в ущелье в этом. Я уже бегу, я уже почти добежал. Я недалеко. Просто подожди. Так, я просто бегу, я правильно бегу? Да, я правильно бегу. Все, просто жди. Я почти добежал просто. Я уже вышел из... Я уже вышел из ручья этого и уже бегу по проводам уже. Просто жди меня. Я уже почти добежал уже. О. Так, просто жди там. Я уже скоро приду, буду уже. Жди там просто. Где я тут? Нам еще бежать, если честно. Я правильно бегу? Наверное, правильно. Я же по проводам бегу, правильно? О, провод вот починили. Значит, все хорошо. Так, подай мне карту. Так, бежим, пока все правильно. Нам не к проводу нужно идти, нам нужно к вертолету. Все, беги быстро. Нам нужно успеть добежать до вертолета. Так, теперь куда? Чуть-чуть туда вот сдвинуться. О, молодцы. Все, теперь вниз строго. Да? Да, все правильно. Все, мы почти добежали уже. Все. Мы уже на месте. Так, давай, на, маленечко осталось там. Скоро пожар здесь будет. Ох, блин, как далеко бегать приходится, а? Я тут? Да, спуститься нужно. Так, все направо быстро.
Так, все, теперь туда идем. Все, на месте. Мы добежали. Так, а че теперь-то? А, забраться просто. Просто забраться. Будем руками там дрыгать. Блин, это безопасно вообще, а? Ладно, окей, полезли. Поехали. Ты сам, что ли, доедешь, что ли? Без моей помощи? Я думал, мы тут сейчас... Я поеду. Так, все, мы добрались. Вот она, вышка ее. А у тебя намного прикольней, если честно. Все, я на месте, я на месте. Я нахожусь в Эвак Пойнт. Ну да, все, я на месте. Я на месте. Что делать-то? Гамбит Люсиена. 1001 кроссворд. Дик. Надень нахрен. Прием. Прием. You're not here. No. А где? Don't be mad. Я разочарован. Я просто разочарован. You're not mad, you're just disappointed. I'm not your dad after you got busted smoking pot. I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. You really wanted me to stay. I did. And now I'm... Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you. All right, sure. Maybe. Вернись со мной в Болдер. Переберись в Санта-Фе. В Болдер? Со мной? Как думаешь? А там что-нибудь придумаем. А? Давай, соглашайся. Просто мысль. Давай. Ну что ж, давай. Каспере, а потом я, возможно, поеду на юг. Окей. So, what about me? I think you should go to Julia. And then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Ну да. Давайте так сделаем. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Нам что делать-то, а? Они сядут там, где ты поднялся. Ну окей, давай, вставай нахрен.
Тебе тоже. Удачи. Все, мы закончили игру. Давай, ну заканчивай уже. Пока, Хэнк. Все, вертолет я вижу уже. Я вижу вертолеты. Смотрим, что еще тут есть. Термосы всякие тут. Тапки. Рога какие-то. Мужик какой-то, карта. Все, открывай. Они прибыли. Прилетели. Ох, блин, ничего, ни хрена не вижу. Деви! Ёжик в тумане! Лошадка! Так, вот она, вертолетик. Ох, блин, сложно идти. И чё, доберемся? Пошли, 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 пошли. Вот человек настоящий. Здравствуй. Текстурка, человек настоящий. Все, мы добрались. Ох, блин. Все. Вот мы и закончили это прохождение. Короткое прохождение, если честно. Я за сутки управился. Все, давайте на этом и закончим. Игрушка получилась, ну, интересной, короткой, запоминающейся. Персонажи там было, самих персонажей там вообще не было. Были только голоса. Ну а так, что мы узнали? А узнали мы следующее. Есть Джуль. Есть Дайневелла. Девка это я имя ее как не запомнил. Мы с ней говорили всю, весь сериал этот. Все 90 дней. А имя так и не запомнил. Она уехала своей. Она там жила там, ну, работала на соседней вышке. На севере где-то от нашей. Мы работали на своей вышке. Потом объявился какой-то мужик. Начал нас подслушивать. Какие-то там свои дела плести. Там линию электропередач обрезал, к примеру. Нас подслушивал наши разговоры. Потом мы нашли... Это что за мужик? Это мы, что ли? Ладно. Потом мы нашли какой-то забор, лагерь. Потом мы узнали, что этот мужик, что он нас под... Что он убил своего сына. Ну, как убил? Наверное, несчастный случай был просто. Я не знаю. И подался в отшельники. Вот как-то так. Что еще? А потом мы взяли и улетели. Из-за пожара. Ну как-то так получилось. Все. Давайте на этом и закончим. Да. Титры закончились. Escape and Mind Menu. Escape. Кнопка такая. Ну а чем-нибудь будет еще? Нет, все. Все. Firewatch продолжит, новая игра. Ну ладно. Фотос. Фотос. А что такое фотос-то? Загрузите в свои фото. Ладно. Вот такая вот игрушка получилась. Ладно. С вами был Виктор. Всем пока.